Здравствуйте, дорогие друзья! Лето в разгаре и рыба вялая. Но не для нас. Упорство и подбор приманок делают свое дело. Сегодня мы отправились на дальний кордон в поисках рыбацкого счастья. И вот уже первая рыбина на крючке. Давай, Саня, вываживай. Итак, стоило только сказать, что мы идем в другое место. Ух, попробуй-ка подними такую. Нет, нормально. Прёшечка. Летняя такая, она ж бодрая щука. То прям поклёвка такая, да здрасте. Вот она. Вот она. О, выше, выше. Флаги. Странный этот маневр у тебя. Слушай, не, почему? Мне, конечно, трешечка. Ну, наверное, да, трешка есть. Красота. Давай попозируем и пойдем домой. Ты сейчас без рук останешься так делать. Ну, может, и останется. Может, и останусь. Ага. Да, скорее всего. Да нет. Сейчас справится. А я красота. Уберу? Да, убирай. Давай, пускай. Аккуратнее, с этого? Да с любого. Давай, здесь ее выпустим. Свежепойманная. Да, слушай, она даже не кровит. Красотка за краешек. Давай, в дом. Ой, как высоко. Пошла, да, пошла, ну? Пошла, пошла. Ой, прям дышаться, что ли? Тортой. Оп, пошла. Вот и Косте улыбнулось рыбацкое счастье. Сейчас у меня срез, а у Костика тут же поклев. Причем какой-то странный срез. Ох, нормальная такая щука. А можно я куда-нибудь палку? Наверное, та же самая. Она сегодня решила нас позабавить. Ох, как было больно бланку сейчас. Опа. Ну, ладно. Ну и слава богу. Смотрите, предатор. Ой, ну не надо, не рассказывайте всем. Только поставил предатора, и сразу поклевка. Набрал немножко приманок. Чуть-чуть силикончика. Ага. Свеженько. Свеженько. Вкусный силикончик-то? Антонов, как я вот. Вот его это. Так, ну ты его это не подгрызай, он нам целый нужен. Я пробую. А вдруг рыбе не понравится. А, ты знаешь, как рыбе нравится. А, если тебе нравится, значит рыбе нравится. Так, осталось найти крючок. Надо у рыбина спросить. Нравится ему так? Ну что ж, на этом месте рыбу посмотрели, идем дальше. Дошли аж до самого Дубовского затона. Это еще 40 километров.
А ловится рыба коряга. Безобразие. Вообще. На Василях нет Смотри. Рыбы. Не зачет, выбрасывай. Надо уже сделать перерыв и позавтракать. Вот, кстати, еще наши друзья обнаружились на воде. Ну что, ребята, клюет у вас что-нибудь? Только рыба коряга. Костик, ты как-то руль влево поверни. Что ж за рыбалка без кофейка? Да, вот сейчас только кофейку хлебнем и сразу пойду к поклевке. Алексей не перестает забрасывать снасть, но пока безрезультатно. Собираем информацию от товарищей, тех, кто на воде, и отправляемся еще дальше. Продолжаем поиск. Погода сегодня изменилась. Все затянуто тучками. Но нас это не смущает. Мы же на рыбалке. Лучше бы это смущало нас, но не рыб. Так, очередная приманка. С карабинчиком, да? Да. Опять. Ну, коряга тоже была хорошая. Победила коряга. Ребята ловят. У Худякова был три рыбы поймал, 6 поклевок. И все в карбовые сейчас в карбовые уехали. Ну что, вы готовы? Пойдем искать рыбу. Ушли уже ниже Василей. Ищем рыбу. Все есть. Все эхолот показывает. Но не клюет. А сверху еще дождик противный такой подкапывает. Хорошо летний. Тепленький. Ну что, ребята, как оптимизм? Убавился. Ну что, рано. Убавляться-то 10 утра всего. А уже оптимизм убавился. Ну, наконец-то. Хоть что-то проклюнулось. Нет, нужен. Нужен подсачек. О, появилась щука. Опа! Припаркована. Это что, там какая-то мелькая, Константин? Да. Ну, какая была. Выбивайте. Да! О, молодец. Молодец. На ковер не надо. Давай быстрее ее за борт. Впереди еще целый рыбацкий день, о котором мы расскажем в следующей программе. А на сегодня мы прощаемся с вами. До новых встреч и рыбацкого счастья вам!